Сегодня хотел рассказать о том, что как играется спонтанная импровизация. Раньше я импровизировал на гитаре в рок-группе «Музыкант», которую организовал в 90-м году. И занимался музыкой в эти годы. Но пришло время, когда я стал заниматься более серьезно. Тогда была самодеятельность. У нас рок-группа была на общественных началах, без отрыва от работы, которой занимались все. И вот во времена, когда мне довелось быть звукорежиссером, звукооператором у Виктории Преображенской, там я более раскрылся в творческом потенциале, именно в музыкальном плане, по обработке звука. Хотя я уже до этого, в общем-то, знал, как это делается, так как, играя в ансамбле, в рок-группе, уже, естественно, записываешь альбомы, которые играешь песни, все это сводишь сам, записываешь каждый инструмент, суммируешь все. Такая работа уже была мной проделана. Но работая с Викторией Преображенской, я почерпнул от нее интересные моменты, такие как спонтанная импровизация. Мы когда играли в рок-группе, там была импровизация, но там она все время готовилась заранее, хотя мы играли тоже и спонтанно, можно сказать. Подход был такой очень серьезный. Но когда я стал работать с Викторией Преображенской, то сам процесс работы, как она работает, сидя за инструментом, за синтезатором, меня всегда удивлял. То есть насколько быстро все происходит, насколько сложнейшие композиции получаются. Все это гармонично сыграно и быстро. За один вечер буквально композиция рождалась, и не одна. Я сделал выводы, что для спонтанной композиции, вообще для спонтанной игры на инструменте, не должно быть никаких рамок, условностей, предвзятостей, ограничений. То есть это спонтанная музыка, это полное погружение в музыку, отвлекаясь от всего буквально мирского, каких-то... Ничего не должно быть вокруг, не существовать, кроме музыки. И вот как Виктория Преображенская играла. Она полностью входила в инструмент, в свои миры, которые ей открывались. И там она, преобразуя те звуки космические, искала в инструменте, в синтезаторе, подобное тем звукам, которые она слышала в своих мирах. Но инструмент ограничивает всегда звуковые характеристики. Это понятно, инструмент земной. Но, тем не менее, находились такие звуки. И, в общем-то, факт то, что, играя на этом инструменте, она полностью погружалась в музыку.
Поэтому никаких рамок не существовало. Как сыграть, в какой тональности, по наитию, по интуиции. У меня, как у творческого человека, такого раскрытия не было раньше. И когда я увидел, как она работает, я был удивлен и поражен тем, что как, вот, насколько нет никаких рамок. Вот. И я постарался тоже такие рамки, какие я чувствовал, что зажимы какие-то, то есть вот получится, не получится, этого вообще не должно быть. Садишься, играешь и отдаешься полностью импровизации. И тогда будет гармония, будет гармоничное воспроизведение. Но это, конечно, еще душа человека должна быть чистая, чтобы достигать такого уровня исполнения, как у Виктории Преображенской. И вот я стал играть, тоже стал играть на инструменте, и обратил внимание, что у меня стало получаться именно вот так, благодаря тому, что малейшие какие-то условности, которые возникали в процессе игры или рождения какой-то композиции, я эти условности чувствовал, они приходили через ум, и я видел, что это тормоза, это тормозит процесс. Поэтому я это старался все отбрасывать, не погружаться в какие-то рассуждения, а предавался полностью музыкальному творчеству. И вот с тех пор я так и делаю. И то, что играешь, оно идет спонтанно. Это музыка спонтанная. Например, в инструменте существует стиль, определенный стиль, который тебе нравится. Например, ты выбрал такой стиль. И вот этот стиль можно играть его левой рукой, или же его записать, это еще лучше. Записать его, и он будет звучать, композиция, то есть канва, можно сказать так, которая в течение 10 минут ты играешь вот такую музыкальный строй, это называется оркестровка. Оркестровка, то есть оркестр, ты сначала записываешь оркестр. Оркестр звучит красиво, то есть тебе нравится гармония, соотношение мелодии, мелодии пока нет, только оркестровка. И вот записываешь эту оркестровку, хотя хочется уже импровизировать, вот, но можно записать отдельно оркестровку. И тогда уже на эту оркестровку можно играть различными инструментами по очереди, играть мелодию. И вот в этот момент рождается именно спонтанная импровизация, когда мелодию ты играешь спонтанно, вливаясь в оркестр, который звучит. Это удивительнейшее наслаждение игры. Именно спонтанная импровизация. Практически все произведения Виктории Викторовны Преображенской направлены именно на это, в это русло. Спонтанная импровизация рождается спонтанно и неповторимо. А повторить невозможно. Почему? Потому что вот неделю назад я записал эту импровизацию по вдохновению. Когда идет вдохновение, тогда вот нужно и записывать. Это очень такие важные моменты, когда очень хочется играть. Вот тогда ты находишь именно стиль, который ты хочешь воспроизвести, он тебе очень нравится. И в этот момент ты начинаешь играть под этот стиль, под оркестр, определенную мелодию разными инструментами. Потом это все можно соединить, объединить.
Ну вот, и прошла неделя, я уже занялся другим, меня как бы я отвлекся от этой композиции, я ее записал. Записал. И отвлекся. И вот через неделю я совершенно уже не помнил, что я там играл, что я на силу вспомнил, что я вообще что-то играл. Я просто занимаешься когда другим делом, например, видеозаписью. Другой совершенно музыки. Может быть, записываешь своего друга. И вот после этого, когда ты открываешь эту композицию, прослушиваешь ее, и как бы заново ты ее прослушиваешь. И восторг неописуемый происходит, когда ты ее снова слышишь, но ты уже ее забыл, как бы совсем уже за нее. И вот она всплывает, и те же чувства радости, благодати, радости творчества, они все возвращаются. И поэтому это очень... очень даже приятно на душе и радует. Радует именно этот творческий полет, своеобразный творческий полет. Вот хочу еще раз его повторить, можно сказать, что сыграть эту спонтанную композицию.